Всем привет! Кто подписан на мой инстаграм, видел мои истории с 30 этажа, эти доброе утро, с прекрасным видом, квартиру мою, но не до конца. И я вам решилась показать все, как это внутри. Само здание, где мы живем, магазин Waitrose, где огромное обилие фруктов и всего интересного. Я вам просто покажу, как это все внутри, и что там происходит, и как тут люди живут. Вот это, можно сказать, лобби. Это Лем. Вот, там выход, и здесь сидит консьержка. А это лифты. Этот лифт идет на высокие этажи, и эти лифты идут на низкие этажи. Опа, я не ожидала, что ты здесь. Ну, проходи в мой дом. Коридоры здесь не очень большие, там просто складовка. Здесь два туалета, позже расскажу почему. Кухня во всех домах, она тоже уже вся обустроена. Там помытая посуда, поэтому не важно. Дома здесь никогда не покупаются, они всегда арендуются. Вообще за границей так уже принято, в Европе и в Америке. Всегда принято так, что квартира уже отделанная вся, без мебели, без ничего. Только вот есть кухня, пожалуйста, все остальное тебе самим нужно покупать. В России говорят, что она двухкомнатная. За границей принято говорить, что она one bedroom, two bedroom, то есть в зависимости сколько спален. Самое прекрасное в этих квартирах — это вот такой вот вид. Здесь идет вид на Персидский залив, там находится Садиат Айленд, там самые лучшие гостиницы и лучшие пляжи. Ехать всего 5 минут. Вот здесь еще две высотки, это тоже все Rim Island. Там находится магазин, куда можно переходить по вот этому туннелю. Потому что летом, естественно, плюс 50, и никто туда не пойдет. Вот здесь вот наш бассейн, наш двор, который разделяется вот с этим зданием, это арка. У них там тоже есть свой бассейн. И сюда можно приходить в любое время, когда хочешь, пользоваться чем хочешь. А сейчас давайте пройдем в комнату, которая мелькает постоянно в моем инстаграме, и наконец-то вы все увидите. У меня очень много гитар. Вот гитара, два гитара, там еще укулеле есть, и у меня в Москве три гитары. Это шкаф, где у меня здесь все для фотоаппарата, все объективы, ну и здесь все диски, естественно, Рамштайн, моя первая любовь. Книги. Космос, космология, физика, понятно, все, science, доктор кто. А это мое сокровенное место, мой рабочий стол, где я провела 2 года, занимаясь, готовясь к экзаменам, делая домашнюю работу. Для меня рабочий стол — это самое важное в квартире, кровать и рабочий стол, потому что за рабочим столом я провожу очень много времени. Вот эти вот блоки, кстати, которые я печатала в Новой Зеландии, это мои фотографии на блоках. Они очень крутые, я их обязательно возьму. Это шведский маяк, который, естественно, купила в Швеции. Это TARDIS. Ну, здесь находится коллекция моих камер доисторических. Естественно, Эйнштейн и проигрыватель, где я играю свои пластинки, которые у меня находятся здесь. Это, естественно, кровать. А это самое сокровенное этого дома, моя кошка. Смотрите, у меня очень-очень много этих пластинок. У меня есть Рамштайн. Пол Каспер, который я сейчас буду играть. Нирвана. Led Zeppelin. Плацебо. Еще Плацебо. Three Days Grace. Arctic Monkeys. И еще Нирвана. Så långt som vi kan gå, långt ifrån trafiken, för att slicka våra sår. Vi har ett eget hus på landet, dit ingen telefon kan nå. Ett glas som klirrar gråk i handen. Марго, заранее говорю, мам, прости,
незаправленная кровать, но так нужно было, потому что незаправленная кровать – это эстетика. А это, кстати, моя фотография с выпускного Graduation Picture. Еще зимой здесь бывают туманы в начале весны, в конце зимы, когда температура уже низкая, относительно плюс там 19 градусов. Это очень прикольно, у меня есть много фотографий, когда утром просыпаешься, и знаете, вот как в фильмах или фотографиях видите, вот смотрите из окна, и видите верхушки высоток, и там расстилается такой туман, такие облака. В общем, сейчас мы идем в магазин. Я покажу, какая там есть еда, и мы обязательно берем такие тряпичные сумки, чтобы не портить экологию. Чтобы дойти до магазина, мы должны сначала выйти на парковку и дойти до магазина. Это как раз-таки вот этот туннель, про который я говорила, который соединяет два разных корпуса. Мне больше всего нравится, что здесь можно купить манго, вообще все возможные фрукты по очень низкой цене. Огромный плюс. У них даже есть какой-то вообще непонятный фрукт. Сейчас я вам покажу все facilities, бассейны, деревья, зал, кинотеатр. Как это все выглядит, вот там вот все большие здания, вот эта арка. Здесь находится еще один бассейн, там два, которые я уже показала. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео, надеюсь, это вас как-то вдохновило. Скоро будет еще больше крутых видео из американской школы, то, как я переезжаю, поэтому обязательно подписывайтесь и ждите новых видео, они выйдут скоро. Также, если сейчас вы видите вот этот отрезок видео, это значит, что я скоро пойду в американскую школу, и это видео выйдет после этого видео. И мне просто нужно знать, что вам интересно увидеть в американской школе, что вам показать, кого показать, что вам рассказать о ней, поэтому обязательно напишите в комментариях.